Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на ужин решила нам приготовить наливной пирожок. Я люблю эти наливные пироги. Начинка – это всегда фантазия. Что есть в холодильнике, то и можно класть. Сегодня у меня примерно 180 грамм грибов, 3 отварных яйца, 400 грамм свежей капусты. Это у меня будет начинка такая. Грибы я обжарю, и лука. Лука у меня здесь примерно 100 грамм. Грибы я обжарю с луком, немного потушу капусту, добавлю туда яйца. Все перемешаю, это будет начинка. Какое у меня сегодня будет тесто, тоже в принципе из того, что есть. Есть яйца, 100 грамм майонеза, 250 миллилитров молока, соль, смесь перцев, разрыхлитель и мука. Все, что нам нужно для того, чтобы приготовить этот пирог. Также нам нужно еще масло подсолнечное или оливковое. Я уже налила в сковороду. Буду обжаривать на этом масле лук и грибочки. Лук я покрошила кубиком. Я налила 2 ложки оливкового масла и обжариваю лучок. Сейчас буквально 3 минутки и закину туда грибочки. Сейчас я нарежу капусту. Капусту я нашинковала, и мне надо ее приготовить до готовности. Я буду это делать в отдельной сковороде. Я налила в сковороду 2 ложки оливкового масла. Теперь выкладываю сюда капусту. Смотрите, если у вас капуста не сочная, то рекомендую добавить немного воды. Я буду тушить ее под крышкой. Готовим пока тесто. Соль по вкусу. Всегда, как видео начинаю снимать, что-нибудь да забуду. Капустка у меня готова. Так, теперь мы сюда вкладываем грибы. Я добавляю сюда покрошенные яйца. Теперь мне нужно подсолить по вкусу. И я вот буду использовать смесь перчика. А вы по своему желанию свои любимые специи добавляйте. Теперь я это все перемешаю. И оно у меня немножко постоит. Побрызгаю свою форму. Я буду использовать сковороду. Теперь нужно вылить сюда часть теста. Выложить начинку. Выложила я начинку. И теперь нужно залить оставшимся тестом. Тесто я вылила. Начинка у меня тоже вся ушла. И я ставлю в разогретую духовку и выпекаю. Вот он мой красавчик, 25 минут прошло, кстати, сказать. Вот он испекся. Пирог еще горячий. Ну, очень кушать хочется. Тебе 2 кусочка хватит? Хватит. А у нас завтра вербное воскресенье, так что мы всех с Юрой поздравляем. Поздравляем, много счастья вам желаем. У католиков завтра Пасха, тоже всех поздравляем. Желаем всем крепкого-крепкого здоровья. Самим и близким вашим. А теперь у нас Юра на видео пробование будет, так как я завладела этой прерогативой. Обалденный пирог. Очень вкусно. Всем пока-пока.
Мы, как всегда, попрощаемся с вами. Пожелаем вам всем крепкого здоровья еще раз. И до новых видео. Всем пока-пока. А я все-таки попробую потихоньку. Пока я не вижу. Отправ камеру. Ребятки, обалдеть. Я вам скажу. Вот эти грибочки с капустой так тут сочетаются. Такое чувство, что жизнь удалась. Всем пока-пока. Послесловие. Пирожок пошел на ура. Смотрите, сколько осталось. Очень вкусный. А холодный он будет еще вкуснее. Мне так кажется. Я люблю холодный.